还在等吗？风卷飞沙，繁花落下，背对天涯。你的轮廓，黑暗中淹没，回忆住了这座，握不住你的手。Господин Джао! Господин Джао! Господин Джао, вам туда нельзя! Господин Джао! Не волнуйся, брат. Оставьте нас, нам с господином Джао надо поговорить. Вы тоже уходите? Да, княжна. Господин Джао, я говорила вам, что долги нужно отдавать. Вам не отвертеться. Так и знала, что вы придете ко мне. Почему ее няня слепла? Почему не чувствует вкус и не может говорить? Это не все. В течение 2 дней у нее откажут все органы чувств. И в конце концов она умрет из-за остановки дыхания. Значит, это все вы? Что вы с ней сделали? Отравила. У тебя какое-то дело ко мне? Дело, которое касается меня, тебя и Джао Ланджи. Видимо, императрица не дала своего согласия. Ты права, она не давала разрешения. Но и не отказала. Джао Ланджи не мой. Но и не твой. Вы еще не поженились. Так что я тоже могу претендовать на него. Чего ты хочешь? Мы обе владеем боевыми искусствами. Зачем тратить время впустую? Нам давно надо было провести честный поединок. Как определим победителя? Победит тот, кто выпьет эту рюмку вина. Проигравший оставит Джао Ланджи в покое. По рукам. Помни свое обещание. Оставь Джао Ланджи в покое. Я запомню, но не смирюсь. Еще встретимся.
Я отстану от Джао Ланджи, но он сам придет ко мне. Вот так. Я отравила ее. Все говорили, что она умна и смела, но мне так не показалось. Она честна и не была готова к подвоху. Довольно. Послушайте, что я вам расскажу. Этот яд сделан из 13 различных смертельных токсинов. Если его принять, постепенно будут отказывать все органы чувств. Она не сможет видеть, слышать, говорить и двигаться. И умрет от истощения. Как можно быть такой бесчеловечной? Почему вы хотите ее убить? Меня не трогают ваши слова. Господин Джао, у вас осталось 2 дня. Мы еще посмотрим, кто кого. Княжна. Скажите, что мне сделать, чтобы вы дали мне противоядие? Вы меня умоляете? Юаня не имеет отношения к нашим с вами делам. Не надо все смешивать. Тогда нам не о чем говорить, господин Джао. Вы оба как с ума посходили из-за Я Юанянь. Двое мужчин, забыв о своем достоинстве, нападают на беззащитную женщину. Я знаю, что у тебя есть противоядие. Где оно? Давай сюда. Джао Ланджи. Вы наверняка знаете, когда императрица предложила мне и ее нянь что-нибудь у нее попросить, я попросила тебя. А она просила за этого раба. Вы любите ее, но она думает о другом. Как можно быть таким глупцом? Хватит болтать. Давай противоядие. Муле, если ты ее убьешь, ее нянь тоже не выживет. Княжна, скажите, чего же вы хотите? Все просто. Я хочу, чтобы вы просили императрицу дать согласие на наш брак. Чтобы вы делали для меня то же, что и для Я Юанянь. Хочу, чтобы вы любили меня так же, как и ее. И прямо сейчас женились на мне. Я простой вояка. Зачем я вам? Это я буду решать. Ваше дело только дать согласие. Джао Ланджи, напоминаю, у вас мало времени. Что ты смотришь на меня? У твоей хозяйки есть надежда на спасение, так что иди домой и жди. Доченька, все же было хорошо. Что с тобой случилось? Министр Е, как Юанянь? Ей становится все хуже и хуже. Она не слышит и не может двигаться. Министр Е, простите мою бестактность. Позвольте мне остаться наедине с Юаньянь. Я хочу ей кое-что сказать. Хорошо. Юаньянь, когда мы раскрыли дело о павильоне Цяньдуань, мы встречались с тобой в чайной. Ты не знала, что шла навстречу со мной, но я знал, что должен был встретиться с тобой. А раз я знал, почему не проявил больше настойчивости?
Почему я не пошел объясняться с тобой, когда ты сказала Свахе, что я тебе не понравился? Потому что подумал, что у нас будет много времени для общения, что наши отношения на этом не закончатся. И в конце концов мы поженимся. Поэтому я не придал произошедшему значения. Если бы знал, что все так обернется, я бы женился на тебе после первой же нашей встречи. Юанянь. Ты правда не видишь, не слышишь и не чувствуешь. Действие яда все сильнее. Больше откладывать нельзя. Юаньянь, не обижайся на меня. Ланьжи, ты хорошо подумал? Ты просишь у меня дать согласие на твой брак с Минхуэй, а не с Е Юаньянь? Я принял решение. Ваше Величество, прошу вашего согласия на брак с княжной Минхуэй. Минхуэй умеет добиваться своего. Ну да ладно. Я уже дала согласие Минхуэй. Раз и ты просишь меня об этом, тогда я сейчас же издам указ. Господин Джао Ланжи наделен высокими моральными качествами, талантлив в гражданском и военном деле. Княжна Минхуэй красива и умна. Вы двое – идеальная пара, избранная небесами. Ради вашего счастья, Ее Величество дает согласие на брак. Выберите благоприятный день для проведения церемонии. Быть посему. Благодарю, Ее Величество. Поздравляю, княжна Минхуэй. Спасибо, Евнух. Оказывается, тебе нравится Джао Ланжи? Брат, сестра, послезавтра благоприятный день. Вы не могли бы побыстрее устроить свадьбу? Послезавтра? Да, послезавтра. Джао Ланжи, вы ведь вернетесь? Юаньянь. Юаньянь, вы меня видите? Вы слышите меня? Юаньянь. Я как будто очнулась от кошмара. Вам только стало лучше. Куда вы собрались? Я должна встретиться с Минхуэй. Она хотела меня убить. Дайте мне мой меч. Ладно, будет вам. Минхуэй просто пошутила над вами. Я попросил противоядие, и она сразу же дала. Смотрите, вы уже поправились. Неприлично девушкам драться. Разве я оправилась? Она никогда не шутила надо мной, Джао Ланжи. С каких пор вы ее защищаете? А что в этом такого? Это правда. Зачем вы делаете из мухи слона? Зачем вам идти к княжне Минхуэй? Вам не одолеть ее, и вы не так умны, как она.
Зачем вы связываетесь с людьми сильнее себя? Значит, по вашему мнению, я во всем хуже нее? Это я виновата? Она пыталась убить меня, ясно? Она сначала просила о вас у императрицы, а потом решила убить меня. Вы же знаете об этом. Почему вы всегда поучаете меня? Почему не пойдете читать нотации ей? Хорошо, чтобы напомнили. Она просила у императрицы обо мне. А что просили вы? Можете не говорить, я и так знаю. Вы просили снять с Муле все обвинения. В связях с разбойниками освободить его от рабства. Если бы вы думали о нас, просили бы о другом. Разве она с вами? Нужно просить. А почему нет? Вы настолько уверены? Ваше сердце принадлежит не мне. Похоже, вы и сами не осознаете это. У меня еще дела. Пора возвращаться в палату. Отдыхайте. Я в другой раз. Потом навещу вас. А ну стойте, Джао Ланжи, я запрещаю вам уходить. Не забывайте, с кем вы разговариваете. Я вам не слуга, а крупный чиновник при дворе. Когда же в вашей речи появится нежность, как у других девушек? Я этого больше не вынесу. Вот и убирайтесь. А ну стоять! Немедленно вернись и все объясни Юанянь. Она не должна страдать. Вернуться? Что я ей скажу? Правду! Скажи, что эта мерзавка тебя запугивала. Если бы ты не выполнил ее требования, Юанянь бы умерла. А что потом? Потом? Не знаю. Но знай одно. Если бы ты сказал правду, Юанянь было бы легче. Если Юанянь будет счастлива только с тобой, я готов помочь вам устроить побег. Муле, даже если бы Юанянь не просила императрицу сделать тебя свободным, в душе ты уже свободен. Я тебе завидую. Тебе ни о чем не нужно волноваться. Я спросил у Юанянь, что она просила у императрицы, чтобы был повод поругаться с ней и уйти. Она права. Будь я на ее месте, то я бы тоже просил о чем-нибудь другом. Зачем просить о том, что и так уже решено? Как я хотел бы быть, как ты. Идешь куда хочешь. И ничего тебя не держит. Но я не могу. Не могу жить такой безмятежной жизнью. Княжна Минхуэй все просчитала. Она поймала меня на моей слабости. Как я могу не подчиниться приказу императрицы? Но ведь императрица такой же человек. Ну, велела она, и что? Неужели? Это важнее, чем быть Юанянь? Ты не понимаешь. Я блюститель закона. Как я могу его преступить? Тем более не могу позволить Юанянь стать преступницей и бежать со мной. Если честно, мне всегда не нравилось отношение Юанянь к тебе. С тех пор, как ты появился, она, постоянно не замечая того, постоянно заботится о тебе. Она никогда не относилась к тебе как к слуге. Быть может, ты для нее даже важнее меня. Позаботься о ней вместо меня. Джао Ланжи! Уверена,
В течение 2 дней он прибежит с подарком просить у меня прощения. Отдыхай. Не забывайте, с кем вы разговариваете. Я вам не слуга. Няня, можно тебя спросить? Спрашивай, хозяйка. Тебе не кажется, что большинство мужчин больны на голову? Еще и с постоянным обострением. В этом есть доля правды. Почему вы вдруг об этом заговорили? Джао Ланже раньше был нормальным. Но после того, как принес мне противоядие, начал выискивать во мне недостатки и заступаться за Минхуэй. Как с ума сошел! Хозяйка, чего вы переживаете? Господин Джао всей душой предан вам. Наверное, было много дел по службе. Он был уставший и раздраженный. Считайте, что у него временно помутился рассудок. Скоро он станет прежним. О, нет. А вдруг ему был неприятен мой вид, когда меня отравили? Не волнуйтесь, хозяйка. Вы даже тогда были красивее некоторых накрашенных барышень. Ты, конечно, права. Сегодня он точно придет ко мне. Без сомнений. Министр, как себя чувствует барышня Е? Ей намного лучше. Эти дни я дома ухаживал за больной дочерью. Вам пришлось приходить ко мне, чтобы обсудить служебные дела. Простите за неудобство. Ничего страшного, министр. Это наша обязанность. Кстати, ничего не происходило при дворе за эти дни? Все было как обычно, в полном порядке. Ничего не происходило. Это хорошо. Только вот намечается свадьба. Вам не принесли приглашение из поместья князя Юя? Поместье князя Юя? И чья же там свадьба? Вы еще не знаете? Княжна Минхуэй выходит замуж за младшего распорядителя по уголовным делам Джао Ланьчжи. Что за нелепица? Кто посмел? Императрица издала указ об их свадьбе. Что? Как он? Мы в таких хороших отношениях. Почему же господин Джао не прислал нам приглашение на свадьбу? Они ведь родственники императора, поэтому неудивительно. Говорят, завтра благоприятный день, и свадьба состоится именно завтра. Завтра? Да. Вот только к чему такая спешка? Говорят, так захотела сторона невесты. Приведи мне коня. Куда собралась? К Джао Ланьчжи. Нельзя. Ты еще поправляешься. Просто приведи мне коня. Я его еще не покормил. Я видела, что кормил. Тя! Юаньань! Юаньань! Ну что стоишь, как столб?
Догоняй, не пускай ее к Джао Ланьджи. Давай, беги же. Стойте! Это палата по уголовным делам. Нужно разрешение. Мне нужен господин Джао. Барышня Е, зачем вы здесь? Сегодня господин Джао женится. Свадьба? На ком женится? Был указ императрицы на княжне Минхуэй. Ты тоже знал? Юаняня. Ну как? Ты довольна свадьбой? Конечно, довольна. Но из-за спешки нам пришлось устроить пир в вашем поместье, потому что поместье Джао Ланьджи еще не готово. Что ты такое говоришь? Поместье князя Юя всегда будет твоим домом. Только теперь ты не должна звать Джао Ланьджи по имени, дорогая моя. Тебе следует называть его супругом. Мне больше нравится называть его по имени. Кстати, а где он, сестра? Наверное, встречает гостей. Скоро начнется пир. Добро пожаловать, проходите. Поздравляем, князь Юй. Проходите в дом. Наши поздравления, князь Юй. Спасибо, проходите. Поздравляем, князь. Поздравляем. И я вас поздравляю. Это вы. Проходите в дом. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Ланьджи, взгляни, кто пришел. Государственный наставник, простите, что не встретил у ворот. Не знал, что вы пожалуете. Вы общайтесь, а я пойду встречать остальных гостей. Почему не прислал мне приглашение на свадьбу? Подумал, что вы заняты. Расшифровывайте тайны священных бусин Дзи по приказу императрицы. Не хотел вас отвлекать. Потребуется много времени, чтобы разгадать их все. Все слишком сложно. Решил взять небольшой перерыв. Я услышал, что ты женишься. Вот и пришел повеселиться. Польщен, что присутствуете на свадьбе. Честно сказать, господин Джао, я думал, вашей невестой будет Юанянь. Наши поздравления, князь. Спасибо. Прошу, проходите. Если честно, я сам думал, что если однажды я женюсь, то невестой будет Юанянь. Мне кажется, что вы с княжной прекрасная пара и очень подходите друг другу. Надеюсь, вы забудете прошлое и отношения станут искренними. Ничего уже не изменить. Вы пытаетесь меня успокоить? Ну что ты, вот уж нет. Начинается свадебная церемония. Пора начинать.
Это вы жених, господин Джао? Юанянь. Сегодня у вас свадьба, но меня не пригласили. Как-то некрасиво с вашей стороны, вам не кажется? Я подумал, что вы только оправились от тяжелой болезни и устанете от такой церемонии. Поэтому не прислал приглашение. Сегодня такой важный день в вашей жизни. Мое здоровье ничто по сравнению с этим. К тому же, мы с вами столько всего пережили вместе. Как-то не по-дружески. Или вы просто не хотели меня видеть? Юанянь, идем домой. Я еще не закончила. Мы с Минхуэй любим друг друга. Императрица дала согласие. Нельзя противиться воле неба и нарушать указ императрицы. Церемония уже проведена. Если вы пришли поднять бокал в честь моей свадьбы, то прошу. Если не хотите, ничего страшного. Как-нибудь посещу вас и извинюсь за свою бестактность. Выпейте с нами. Мы поговорим в другой день. Значит, это бестактность? Вы знаете, что эта женщина со мной сделала? Она меня отравила. Вы понимаете, что я чуть не умерла? Свадебное вино? Ах ты! Сегодня моя свадьба. Я на все готова ради Джао Ланжи. Устроишь здесь скандал, я убью тебя. К тому же, у нас указ императрицы. Имею полное право тебя убить. Только попробуйте. Остановитесь. Юанянь. Все кончено. Зачем упорствовать? Ведь нам уже не стать мужем и женой. У нас раньше были хорошие отношения. Сегодня моя свадьба. Вы хотите ее испортить? Лучше идите домой. Вы слышали, что сказала эта женщина? Что она с вами сделала? Она вам угрожала? Не нужно строить беспочвенные предположения. Что она с тобой сотворила? Ничего. Уходите. Ланжи, ты мерзавец! Чего ты так смотришь? Думаешь, я с обрыва спрыгну? Я люблю жизнь и не собираюсь умирать. Правильно, Юанянь. Никто не стоит этого. Решил поучить меня жизни? Лучше бы ты помог мне убить их обоих. Юанянь,
Ты сейчас просто злишься. Расслабься. Я не собиралась их убивать. Ни Джао Ланжи, ни эту женщину. Просто мы так долго были вместе, столько пережили. Я хотела понять, почему он так поступил. Теперь они женаты. А я все еще одна. Но... Он женился. Ты тоже можешь выйти замуж. Глупый, ты понимаешь, что такое брак? Брак? Брак — это когда ты готов заботиться о ком-то всю жизнь, не давать ему поводов для расстройств. Что, я не прав? Да, ты прав. Оле все правильно сказал. Тебе давно пора замуж. Ты пришел посмеяться надо мной? Мастер, ты что тут делаешь? Я был на свадьбе, Джао Ланжи, и увидел, как вы выбежали. Поэтому последовал за вами посмотреть, что случилось. Сама понимаешь, что осталось. В дураках. Ты так сильно любила Джао Ланжи, а он бросил тебя ради княжны Минхуэй. Знаешь, что сейчас при дворе все, кому не лень, высмеивают тебя. Мастер, ты же практически учитель для Юанянь. Зачем говоришь обидные вещи? Дурак, я пытаюсь тебе помочь. Мне? Ты только доставила радость своим врагам. Сейчас бесполезно что-то говорить. У меня была идея, но ты не хочешь ее слушать. Думаешь отомстить? Что ты предлагаешь? Что ты только что сказал? А что я сказал? Выйти замуж. Из-за кого же? Либо за меня, либо за него. За меня? Тебя не устраивает моя идея? Джао Ланжи женился, и вы поженитесь. У них все будет хорошо, а у вас будет еще лучше. Вот и все. Юанянь, если мы поженимся, ты перестанешь думать о Джао Ланжи и не будешь страдать. Ну да. Ему можно жениться, а мне почему нельзя? Вот и правильно. Мастер, разве можно проводить церемонию в таком диком месте? Ваш брак засвидетельствует небо, земля и я как государственный наставник. Что плохого? Брак, заключенный на небесах. Так и поступим. Первый поклон небу и земле. Второй поклон государственному наставнику. Жених и невеста кланяются друг другу. Конец церемонии. Теперь вы муж и жена. Скажите друг другу что-нибудь приятное. Что сказать? Ну что ты такой глупый? Просто скажи. Скажи, почему на ней женился? Я женился на ею, Юанянь, потому что... Потому что... Ну что такое? Так, папа, почему? Говори быстрее. Я женился на ею, Юанянь, потому что люблю ее. Мои мысли заняты только ей. Думаю о ней, когда вижу ее. Когда не вижу ее, думаю о ней еще больше. Я сделаю что угодно, только чтобы Юанянь не расстраивалась. Ну, а ты что скажешь? Я не знаю, что и сказать. Ну, что ты заикаешься? Говори уже. Тебе не нравится Муле? Конечно, нравится. Это самое главное. Небу и земле вы поклонились. Теперь можно переходить к брачной ночи. А ты не торопишь события? Может, лучше потом? Как так можно? После свадебной церемонии всегда следует брачная ночь. Пусть небо будет покрывалом, а земля вашей постелью. Устроитесь прямо здесь? Я смотрю, вы смутились. Может, тогда пойдете в пещеру? Давайте. Ну что вы так стесняетесь? Идите.
谁都想一世不离，怎料却都转心。